Поправки к Конституции Российской Федерации. Почему важна поправка о праве на социальные гарантии? В моей семье 8 детей, и это моя главная гордость. Трое из них приемные, но для меня они такие же родные. Таких многодетных семей много, и им важна поддержка от государства. Считаю, что для нашей страны очень важна поправка о праве на социальные гарантии, которая закрепляет в государстве обязанность в обеспечении реализации мер государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, создание условий для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни. Если страна думает о будущем, она должна заботиться обо всех детях. Очень важно, что предполагается прописать обязанность государства не только защиты детей, но и по их воспитанию. Воспитание, прежде всего, это задача семьи. Но в ситуации с теми, кто остался без нее, государство не должно заменить семью. Нужно просто в чем-то помочь и в чем-то подстраховать.